Так, дамы и господа, ну что, давно не виделись. Вот такой пакетик Сазона доехал. Телефончик у меня старенький, садится постоянно. Поэтому приходится выходить из положения. Я думаю, аккумулятор оригинальный уже будет найти проблема на мой сотик. Поэтому будем заказывать вот такие вещи. Такой вот пауэрбэнк на 5000. Потому что тяжелый с собой пауэрбэнк таскать не очень приятно. А вот такой маленький где-то подзарядиться. Заметил, что не хватает буквально там 20% до дома добраться. Поэтому, хотя, слушайте. Так, это мы тоже все убираем. Слушайте, хотя. Так, USB-C. А тут что у нас? Давайте посмотрим. О, Lightning. Хорошо, что эта штука хоть не теряется. Вот так. Смотрим. 5000 мАч. 5 вольт. 15,5 ватт. Час. 2,1. Слушайте, довольно тяжеленький на самом деле. Не знаю, как будет его удобно таскать. На самом-то деле. Единственное, что у него какой плюс есть, это вот такая вот распорка. Слушай, довольно хлипкая, кстати. Я не знаю, выдержит она, нет. Это вот телефончик вот так вот ставить. Хоп. Сложилось. Вот так, грубо говоря, ставить его на зарядку. И чтобы смотреть какое-то кино в поезде или еще где-нибудь. В принципе, удобно. Ну, вот такой вот пауэрбанк сегодня у нас на обзоре. Есть вот такой вот у нас раненый iPhone 10s. Сейчас давайте на нем проэкспериментируем, как это будет выглядеть. Ну вот он в чехле. Оп. Так, стоп. Я же хотел в обратную сторону. Ну-ка. И вот эту палочку откидываем. Опа. Матрица пошла. Да, вот такой у нас сдохший iPhone 10s. С треснутой матрицей, видимо. Вот такая вот у нас история. Вот все. 4 деления. Заряжается по USB-C. Если этот ролик понравился, ставим лайк. Если не понравился, ставим дизлайк. Подписываемся на канал. Всем спасибо, пока.